Если кажется порой, что ты один, открой глаза, пойми, что с миром ты един. В твоих открытиях нуждаются, ты знай, и не робей, открой другим все то, что есть в тебе. Нас не удержать в авангарде поколения, только вперед наше движение. Активисты Российского движения школьников, средняя школа номер 6, города Урюпинска, Волгоградской области, поздравляют 27-ю Смоленскую школу с юбилеем. Зимний фестиваль закончился, но наша дружба будет вечной. И мы для вас приготовили сюрприз. Внимание на экран. Всем привет! Сахалинская область поздравляет Смоленскую школу с юбилеем! Мы желаем вам больше активных детей, чтобы вы оставались такими же креативными и приезжали каждый год на зимний фестиваль в Москву Российского движения. Творческих успехов и вдохновения в вашей школе, успехов вашим учителям и вашим детям. С праздником! Любовью, Сахалин! От Брянска и Владимира поздравляем 27-ю школу с 80-летием. Желаем творческих успехов, позитива, развития российского движения школьников. Дорогие наши друзья из Смоленска, мы представители Свердловской области. И мы поздравляем вас с днем рождения школы. И хотим пожелать вам долголетия, веселых мероприятий, удачи, успехов в российском движении школьников, хороших учеников, процветания вашей школы, новых возможностей для вашего развития. Надеемся увидеться на следующем зимнем фестивале. Здравствуйте, дорогая Смоленская школа! Поздравляем вас с 80-летием! Шлем вам огромный привет из Алтайского края. Кстати, хотим вам сказать, что у нас в Алтайском крае есть Смоленский район, и там тоже есть школа Российского движения школьников. И не поверите, и буквально 2 недели назад им исполнилось сколько? 80 лет! Поэтому и они поздравляют вас с этим праздником. Давайте дружить регионами! Удачи, друзья! Доброе утро, дорогие друзья! Республика Калмыкия горячо и сердечно поздравляет вас с юбилеем, с 80-летием. Это юг России, у нас тепло, несмотря на зиму, но теплая зима и Эрдыша делает праздник все красочным и красочным. Поэтому с днем рождения вас от Российского движения школьников, от Республики Калмыкия и от всех координаторов. Самарская делегация поздравляет 27-ю школу города Смоленск с юбилеем! Мы желаем всего прекрасного! Море улыбок! Хороших учеников! И процветания в вашей школе! Республика Ингушетия поздравляет! Желаю вам счастья, удачи и добра! Кемеровская область поздравляет! Школа номер 27 города Смоленска с юбилеем! Желает вам продуктивной работы и всяческих достижений! Ура! Ура! Лицей города Магас, Республика Ингушетия, поздравляет школу номер 27 города Смоленска. Всем привет! С вами Саратовская делегация, 37-й лицей города Саратова и школа номер 7 города Ртищево. Мы желаем вам процветания, побед, удачи, успехов, хороших детей и всего самого наилучшего! Кадетская школа-интернат, лидер Российской Федерации школы Андрея Николаевича из Нижегородской области, поздравляет 27-ю Смоленскую школу. Школа номер 21 города Новороссийска поздравляет 27-ю школу города Смоленска с юбилеем. И желает им побед, процветания и, конечно же, успехов. Кемеровская делегация поздравляет школу номер 27 с юбилеем. Саратовская и Рязанская область желает вам добиваться поставленных целей. Всем привет, мы из Ростовской области. Желаю вам счастья и долголетия. С праздником. Поздравляю. Привет! Мы 44-я гимназия города Ульяновска. Поздравляем 27-ю школу города Смоленска. С наступающим юбилеем. Творчество вдохновения! Солнечного настроения, ярких эмоций, с юбилеем, зимнего фестиваля с любовью. Широкая душа у каждого, кто выбрал смело.
словом помогать и делом РДШ.